535 тысяч квадратных метров жилья в области, 35 в Ярославле. Столько введено в эксплуатацию в 2014 году. 5 тысяч из них в городском квартале Норские резиденции. Сегодня здесь состоялась торжественная сдача первой очереди жилых домов. Комплекс из трех домов строился 1 год и 2 месяца. Это хорошие темпы по нынешним временам. Плюс к этому мы заложили еще 3 квартала в части развития на будущее. Я считаю, темпы очень хорошие. В каждой квартире свой газовый котел, уже есть вода, неделю назад подключили электроэнергию. Собственники смогут начать занимать свои квартиры уже до Нового года. Здесь сын будет жить, здесь, кроме всего прочего, стоит фишка проекта, система учета коммунальных ресурсов дистанционная. То есть все будет обсчитываться, жильцу электронный счет будет выставляться. Норские резиденции будут стремительно развиваться. Если в этом году построено 5 тысяч квадратных метров жилья, то в следующем к сдаче запланировано уже 21 тысяча. Всего здесь будет 59 домов. Кроме того, построят детский сад и торговый центр. Здесь будет необходимо строить дорогу, сюда проводить общественный транспорт. То есть это район, он живет, будет совершенно городским кварталом настоящим. Поэтому здесь и застройщику выгодно за счет масштабирования, тиражирования и перспектив загрузки строительной индустрии. То есть видно, что до 2018 года какой график, какой порядок. Перспективы жилищного строительства в регионе многообещающие. Помимо норских резиденций в разных районах Ярославской области уже стартовало еще 7 подобных проектов. Екатерина Бубнова, Сергей Мазилов. День в событиях.